Очередной сход граждан прошел в третьем микрорайоне. В нем приняли участие представители администрации, депутаты городского поселения, представители органов ТОС. В ходе встречи с жителями 26-го квартала обсуждались вопросы, в основном касающиеся благополучия Лабинска. Это прежде всего состояние дорог и тротуаров. Волнуют жителей центральной части города вопросы водоснабжения, стихийные свалки мусора. Есть претензии к организации вывоза ТБО. На сходе граждан поднимались многие жизненно важные вопросы для граждан, и в том числе для администрации. Был очень конструктивный разговор, состоялся, какие-то были приняты решения, выявлены проблемы. Проблемы действительно важны, их нужно будет решать, и решать нужно будет их сообща. Мы вопросы записываем как критические замечания, передаем в отдел ЖКХ, в администрацию. Вопросы многие очень решаются, вот, фильтруются, где-то что-то сделано, людям дают письменные ответы. Ни одно обращение со стороны жителей не было оставлено без внимания. На все вопросы специалисты дали полную информацию. Нам надо как больше чаще собираться, потому что мы видим свои проблемы, проблемы наших соседей, всех улицы. И как-то, когда собираемся, просто приходим к общему знаменателю, к общему диалогу. И как-то многие вопросы решаются на самом деле элементарно. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».